В СФУ начался набор в физико-математическую школу. Уже в эту среду, 10 июня, пройдет вступительный экзамен. В университете рассказывают, школа с углубленным изучением точных наук, совместный проект с Министерством образования и Главным управлением образования города. Это классы на базе 13-й гимназии, а также 5-го и 7-го лицеев. Один день в неделю школьники будут заниматься в аудиториях и лабораториях СФУ. Сейчас преподаватели приглашают ребят, которые успешно закончили 9 классов. Набор пройдет по итогам вступительных экзаменов по физике и математике. Замечу, что более 30 учеников физико-математической школы учатся на отлично. Результаты их экзаменов значительно выше средних не только по краю, но и по стране.